Hello, Beyoncé. My name is Kira. I really want to see you in Rome. Yes, I am the girl, and nice to meet you. See you soon on the Olympic Stadium of Rome. Сидим в ресторане, обедаем, общаемся там по жизни, и он говорит, толково не говорит, и тут я вспоминаю, что у меня самолет через 2 часа. Он меня резко привез домой, чтобы я собрал сумку, потому что сумка не была собрана. Почему Андрей меня привез? Потому что моя машина на малярке. Вот я быстренько вам все рассказал. Сейчас спускаюсь, иду к Пупси и Сабине, и мы летим в Рим! Куда? В Рим. Рим где? В Италии, правильно. Если вы не знаете, где находится Рим и Италия, то откройте Атлас и ищите. А что, Атлас? Интервью под наклоном. Ага. Как дела? Нормально. Все, спасибо. Это билет на концерт. Мама не знает, куда она летит. Я все видела. Мама. А что ты? На самолет, да? Да. Я красив. Я думала, что ты с нами не полетишь. Чего? Потому что я думала, что ты забудешь. Ну как забыть? Я... не забывала. И я не забыл. Ты поздравила Джабар? Класс. Может, не съела. Да? Не съела. Как это? Ну, так-то. Хи-хи. Что будешь делать в Риме? Не знаю, гулять. Гулять? С тобой, с мамой. Фоткаться? Да. Купаться будешь? Нет. Там не будет моря. Да. Ну, тогда хорошего тебе пути. Спасибо. До встречи. Да. В аэропорту. В аэропорту. Мы с Кирой зависли в бизнес-классе, да? Да? В смысле бизнес-классе? Мы бизнес-класс. А, это лаунж, да. Да, точно. А ты готова вообще? Да. К чему? Блин, секунду. Да. Не, ну, а как так снимать? Так просто? Да, погоди, экранчик. Вот это. Идемте походим, действительно. Я мамочка, осталась... привет! О, Господи! Кира в лаунже встретила собаку Чичо и сфоткалась с ним. Поэтому заходите в Инстаграм, вот здесь вот Кира в Инстаграм, и смотрите эту фотку. Это просто мега милая собака, да? Ага. Более мягкая, чем Джи даже, да? Да. И мягче, чем мои волосы. Мы полетели, да? Да. Но мы пока ждем часик. Чего да? ждем? Ну часик. Я тогда посплю, папа. Возьми у меня интервью под наклоном. Это вот так берется. Да? Папа. Так. Теперь задавай вопросы мне, да. Ой, подсуши темное что-то. Задавай вопросы. Давай, привет. Как тебя зовут? Привет, меня зовут Андрей Трушковский. А я не говорила фамилию тоже. Извините, пожалуйста. Короче, сколько вам лет? Мне 28 лет, но совсем скоро будет 29. Да, 12. Когда, кстати, у вас день рождения? 12 июля. А сегодня у нас 7, то есть через 5 дней. Класс, да? Да. Так, как ваши родители называются? Ну, мама называется и папа называется, а имена у них Ира и Игорь. Мы Кватча играем. Смотрели фильм Кватча? Ладно, давай. Сейчас я маме передам. Нет, нельзя. Мы идем подушку, вот там подушку. И ты квач. Buongiorno, italiano. Si. Ну вы поняли. Мы вышли с нашего Dolce Luxury Rooms. И будем направляться на завтрак. Свое видео. Я хочу вам рассказать, что мы приехали к фонтану Треви. Сабина уже была в Риме, она наш гид до 3 часов дня, потому что в 3 часа дня, оказывается, она заказала нам настоящего гида по Риму. И сейчас мы подходим к одному из самых известных фонтанов в Европе.
резиденции королей Италии и дворцу, где жили папы римские. Это не Ватикан, это... Какой дворец? Квиринальский. Квиринальский дворец, вот так, да. Все итальянцы нереально красивые, нереально просто вот изысканно стильные, эмоциональные. Еще вчера заметил, когда в аэропорту нас встречали, все в брюках, все в рубашках, туфли или мокасины. И я решил одеться, как и они. Вот, как бы. Несмотря на то, что здесь 33-35 градусов тепла. Да, довольно-таки жарко, но спасаемся водичкой. Какая красивая архитектура в городе, просто невероятная. Все вот эти скульптуры. Это стоит повидать своими глазами. Чтобы вы понимали, здесь живет президент. Вот здесь. И из охраны всего два карабинера и два, думаю, декоративных карабинера. Очень круто. В наших странах, в Украине, в России, я думаю, на километр не подойти к резиденции. Что ты купил себе? Сумочку это. Я хорошая сумочка. Я тоже сумочку себе купил, вот, спортивную, и туда поместили все шмотки. Сабин, ты только туфли себе купил? Да. А я так закупился плотненько. Nike Air Force не курильщика и новый Nike Air Force курильщика. Угу, ясненько. Пицца де Копола, как-то так называется. Здесь все очень красиво, впрочем, как и во всем Риме. Мне очень сильно нравится. Единственный минус, прям вот очень сильно ощутил, это стоимость такси. Здесь есть только Uber Black и Uber Lux. И по какой-то причине, ну вот, меньше 20 евро мы не платим за проезд, а едем где-то километра 3-4, то есть это довольно-таки дорого. А только что сюда, от отеля, мы доехали за 36 евро, потому что якобы пробки, якобы повышенный рейд, и вот так вот. То есть это действительно большой минус Европы. Очень дорогое такси. Кира решила подкармливать воробушков чипсами. Как ты их назвала? Гарри и Боб. Ллойд. И Ллойд. А голубь у нас Джим. Да, голубь Джим. Гарри, Ллойд, воробьи и голубь Джим. О, кстати, вот стрелоид прилетел. С открытым ртом это Ллойд. Невероятно красивый город. Сразу вспоминаются все мифы, все фильмы, все сказки, связанные с Римской империей. Я это все обожаю, и очень классно наблюдать на то, что стоит веками, никуда не двигается, не меняется, все в песочных тонах, вежливо. Да, спасибо большое. Какой миф твой самый любимый? Про Геракла. Где он? Умер. Давай попробуем найти, может быть, где-то есть памятник Гераклу. Смотри, какая у меня фотка. Красиво, очень красиво. Нравится? Да, покажи. Красиво? Я не знаю, видно ли, но очень красиво, да. Сабина ест свое самое любимое блюдо, пармская ветчина, прошутто с дыней.
у Киры пицца Маргарита и фетучини какие-то, си, фетучини. Кстати, на будущее, если вы не знали, как будет тихая тишина на итальянском, то я вам скажу «Саленцо». И чем громче вы говорите, тем лучше. Знаете, вот если вы учитель, где-то в школе, и вас не слушают ваши дети, вы говорите «Саленцо». «Саленцо». Bon appétit! Это просто безумно вкусно, да, Кир? Я тут поразмыслил и понял, что, наверное, Италия – это единственное место, где бы я действительно надел бы белые штаны. Потому что здесь это выглядит очень гармонично на моем мужчине. Ну, как и на любом. Но на мне, наверное, возникнет. Ragazzi, prendi medici. Felicità. Lasciatemi cantare. No? Tra due giorni sarà preparato. No, capisco. Пишина. Средний чек у нас по завтраку это было 36 евро, а обед у нас был более плотный, насыщенный, здесь получилось 87 евро. А сейчас мы зайдем в музей Леонардо да Винчи. Манер, и итальянцы обижаются, когда так говорят, поэтому «De Trevi». И нам рассказали, что каждую субботу здесь выкачивают всю воду с самого утра и достают пылесосом монетки, которые сюда бросали. И самый максимальный улов за месяц был более 3 миллионов евро. Вы себе представляете? Я не хочу заниматься больше ни криптовалютой, ни чем-либо другим. Я хочу себе свой фонтан в Европе. Да, фонтанов очень чистая, ее можно пить. Но желательно не самого фонтана, а вот таких вот ручейков. А теперь традиция, которая длится уже несколько столетий. Девушка выбирает воду здесь и пьет эту воду, если мокрая, своим собственным любимым целиком для конца дней. Просто это космос. Какой же красивый город. Я не устану это повторять, потому что вот иду и умиляюсь всем этим улочкам, всей этой архитектуре, посмотрите. Не знаю, смог ли бы я жить в Италии, смог ли бы я жить в Риме, но с точностью могу сказать, что еще не раз сюда вернусь, потому что хочу побывать в Милане, в Флоренции и на Сицилии. Вот прям мечтаю побывать там. А сейчас у нас уже будет заканчиваться экскурсия, и мы поедем на концерт Бейонсе. Сейчас Сабина расскажет Кире про сюрприз. Ну что, я тебе уже сказала, где мы. Это Олимпийский стадион в Риме. Как ты думаешь, почему мы сюда приехали и почему так много людей вокруг? Не знаю. Подумай. Футбол, может быть. А что еще? Битвы. Битвы. А ну закрой глаза. Держи. Можно? Нет, стой. Держи. Открывай. Это тебе мой подарок. Что это?
Что? Это на Бейонсе! И прямо вот здесь сейчас концерт! Мы не просто так приехали в Италию! Мы приехали на концерт Бейонсе! Ты сейчас ее увидишь! Сладкий, подожди! Что ты чувствуешь? Радость, что я услышу эту песню реально про звук. Конечно, и не только ты ее увидишь. Кир, ты веришь? Я ее увижу. Да, Джей-Зи, ты веришь в это, любимая. Давай танец, танец победителя. Но, есть одно но. Это мой билет, а твой... Надо идти покупать. Это мой. В смысле? А это Сабина, которая воплотила мечту своей Доти. Прям целый год воплощения мечт. Hello, Beyoncé. My name is Kira. I really want to see you in Rome. I don't know what to say. It's... big pleasure for me to be here with all my friends, with my mama and Andrusha. And I want to say that your songs are very good. Who run the world, girls? Yes, I am the girl, and nice to meet you. See you soon on the Olympic Stadium of Roma. Arrivederci. Давай. Все, всем пока.
нашего номера. Ну, как бы их номер здесь, мой номер там. Говорил ли я об этом вчера, но нам открыли тайну, что Uber'ом не надо пользоваться в Европе, надо пользоваться простыми обычными такси. Это в Штатах служба такси намного дороже, чем Uber, а здесь служба такси в 3 раза показывает меньше рейты, чем Uber. Поэтому мы отказываемся от Uber. Вчера воплотилась мечта Киры, а сегодня, оказывается, я узнал, что завтра в Риме концерт Post Malone. Но мы улетаем, и мне так обидно, но это было бы очень круто попасть на его концерт, но ничего, может быть, попаду в другой раз, в другом месте, в другой стране. Мы пошли в Ватикан. Едем в такси, и от Киры прозвучал такой вопрос. А тебе не надоело снимать город? Тебе не надоело снимать все одно и то же? Твоим же подписчикам будет скучно. Я и объяснил, что я снимаю очень много перебивок, которые Марк потом очень успешно и красиво монтирует. Но интересно ли вам это смотреть? Напишите в комментариях, потому что для меня важно. Кстати, забыл снять, когда мы завтракали возле Ватикана, ко мне подошел парень, очень милый, очень любезный и воспитанный. Он сказал, что он не ожидал меня здесь увидеть, и ему очень приятно наблюдать за моим видео, особенно в последнее время. Кто провел надо мной работу? Вот, Сабина. Она мне сказала, чтобы я поменьше делал того, что делал раньше. И действительно, смотрите, сколько подписчиков добавилось буквально за 5 прошлых видео. Плюс 2 концерта, 2 страны совместных. Теперь можно снимать ребенка в твои влоги. Видишь, меня можно снимать, потому что контент-то годный. Годный контент, ребятки, вы согласны со мной? Лось попросишь даже? А что такое лось? Попроси лось. Что это такое? Давай. Это лайк. А, лайк! Поставьте лайк! Лось! Ну, лайк поставьте, если вы поддерживаете меня и хотите, чтобы он дальше вел качественный контент, а не хайповал. Короче, лайк. Я бы сказал, неудачно хайповал. А еще самое интересное, вчера с самого вечера вы, мои подписчики, в моем инстаграм, кто не знает, вот он, писали мне о том, что Портнягин находится в Риме и Портнягин находится на концерте. Чтобы я с ним встретился и взял интервью. Ребята, вы же понимаете, что и он, и я находимся в Италии на отдыхе, и это будет не совсем правильно. Но все-таки я ему не писал, потому что я считаю это неправильно. Мы здесь на отдыхе ради вот такой красоты. Директ написала девочка, сказала, что ее родственники живут в Риме и что, короче, я не знаю, кто он ей. Андрей, мужчина, чемпион мира по приготовлению пиццы, самый известный пиццеола в Италии, и он украинец. Короче. Очень приятно, что украинская семья переехали на заработки в Италию, достигли таких успехов. Он известный кулинар, пиццеолог, если не ошибаюсь. Сейчас он уже судит все эти конкурсы с пиццей. Но открыл свою пиццерию, которая славится и очень популярна в Италии, особенно в своем районе. И он сейчас лично приготовит нам пиццу, и у него особый рецепт, его личный, который он запатентировал. Там какой-то секрет в тесте. Смысл в том, что пицца становится душистой и поднимается тесто вверх, но внутри остается пустым. По-моему, моя мама так делает, если я не ошибаюсь. Но в любом случае, его пиццерия находится всего в 1 километре от нашего дома, и мы идем туда. В серпне открываемся в Киеве. Класс. Будет тоже мастро пицца. Там у нас логин трошки не такий. Ми зараз вже вкусно договорилися за приміщення в торговому центрі. В якому? Покажи секрет. Добре. Покажи секрет. Ну що, показуйте. Да. Мои двое сыновья, которые тут народились.
Один даже твердо десь у політерне зразу за піцерію тут родився. Ага, так? Якщо дивитися на нашу піцу, то ми, в нас вище середні ціни, через те, що ми продукти всі свіжі закупляємо, всі там провірені. Чисто прошуто в нас привозять тільки одна фірма, так? Називається там Рогоняті. Вони нам привозять всі там види прошуто, салами, то все. Моцарелу нам привозять з Неаполя, кожен рано. З Неаполя сюди їдуть. Вопрос. Вот если до конца дня не продали, куда деваете? Сдаете. Сдаете? А, раздаете? Мы на другой день не продаем. Это у нас проверено. Або наши працівники бороду доносят, або приходится выкидать. Потому что, с одной стороны, есть такие пиццерии, которые ставят на другой день. Потому что я тоже ее могу сделать, что ее не знаю. Але... Ну і смисл там якихось 20 євро. Наша сила – це якість. Ребята, Мастро Піца, приїжджайте, особливості з України, передавайте привіт Андрію. От Андрія. От мене Андрію, да. Піца дійсно дуже вкусна. Короче, мы с Сабиной обменялись подарками. Я и кроссы, а она мне на день рождения сумку. Это будет моя первая брендовая вещь Gucci. Настоящая брендовая вещь. А мы ее купили в Риме. Никто не скажет, что это подделка. Смотрю, как Кира просто берет, облизывает пальцы после шоколада. Все губы, а, уже вытерла. Кир, я хочу быть ребенком. Как это сделать? Надо детские замаляпки. Да? Сколько надо прочитать, чтобы стать обратно ребенком? Просто вспомни детство. Помнишь, мы играли в площадку? Вы ребенок до тех пор, пока играете, а играете вы до тех пор, пока... Да, какая-то была... А там была такая фраза. Мы не перестаем играть, потому что мы взрослеем. Мы взрослеем, потому что мы перестаем играть. Это действительно правда. Как часто вы видели, чтобы ваши родители, либо если вам 30 плюс лет, играли в какие-то игры? Кирусь, любишь играть в игры? Какие? Самая любимая? А как тебе игра «Вы три рот»? Чнири, курики. Твои подписчики ничего не понимают. Que pasa? Silence. О, наконец-то тихо. Silence. А grazie. Grazie. Prego, prego. Алло, Белла. Что, такси приехал? Ну, оно в половину ровно будет там. Вот это наши вещи. Это мои вещи. Я есть быть стиль. Алло, Белла. Я есть быть стиль. А ты кто? Я. Yeah. Алло, идем, быстро. Так я ж ваша. Вот, Синаш. Ино чито. Чито, дрито, чито, магарита. Нормально? Да, очень красиво. Все начинаем собираться. Вот мои вещи. Вот мои вещи. Что-то мало. Да. Ой, шоколадочки, которые она стюардесса дала. Она сказала, пани, доброходня, пани Кира, доброходня. Кира, мергуцо. Мергуцо, чао, рагаци. Скажи чао. Чао, рагаци.